утро в горах. Мы движемся к монастырю, поднимаемся наверх, это вид с половины пути. Итак, монастырь Монакипина. Название Кипос произошло от древнегреческого слова «сады». Историческая ценность этого места была связана с тем, что здесь во время османских завоеваний греки прятались от захватчиков в пещере. А вот и сам монастырь. Скале. Очень красиво. Сливается со скалой. Год изготовления 1212. Это первый водопад. Пусть мы и не в Норвегии, но водопады тоже имеют место быть здесь, в Греции, в Северной Греции, район Цумерки. Мы приехали в деревеньку под названием Колоритис. Здесь же находится монастырь Агиос Николаевскис. Некоторые дома уже заброшены. Всего в деревне сейчас проживает 120 жителей. Мы поднимаемся все выше и выше к деревне Сироко.
Мы в деревне Сироко. Сейчас мы выберем, что мы будем кушать. Понятно. Макароны. Или потайтесь. Это одно блюдо. Okay. Или потайтесь. Это что? Гуляш. Ой, Рома, такой вкусный. Возьми. Да, это я хочу. Порк. Порк. Биф. Водопад Мацукер. В всем пути нашего следования мы видим горы. Мы приехали в городок под названием Праманта. Мы дошли по небольшому маршруту посмотреть на самый большой мост на Балканах, но его, к сожалению, реставрируют, и мы увидим только красивую речку, которая протекает под ним. А красивых туристов? Покажи красоту с горы. Ну и красивых туристов, если они настаивают на этом. Утро следующего дня, впереди новый водопад, изумительная природа, северная Греция, Цумер. Много всего. Ягод, грибов, в частности мухомора. А вот и белый гриб. Богата земля греческая. Наша дорога ведет в пропасть, а дальше горы. Только горы. Первый пошел. Вторым буду я. А девушки уже за нами. Редко у нас бывают восхождения на горы. Это один из этих редких маршрутов. Вон уже слышен водопад. К нему мы и движемся. Это наша цель.
А вот и водопад, самый высокий в Греции, высота более 300 метров. Пусть сейчас он не так полноводен, как зимой, но слышен и виден. Мы спустились с гор и опять пересекаем деревню под названием Фраманта. Мы в городе Янина, в ресторане Дадори. В этот ресторан приходят только греки. И мы. Перед нами Мария, которая заказала говяжью пищу. Освещение. А с этой стороны перед нами Алевтина, которая заказала мусаку греческое народное блюдо. Моя порция кусочка свинины. Первый был отличный. В нем было молодец. Здоровка большие кусочки свинины. Какой здоров, такие и кусочки. После обеда мы опять в Янине, озеро Памвотис. И мы продолжаем гулять по городу. Мы опять в синагоге. Мы в городке Мецова. Это магазин сыров. Thank you.
Хотите пробовать? Давай. Козик. Черный перец. В то место, в какое мы приехали, мы зашли в ресторанчик. В таверну. Под названием «У Миколы». Он выполнен в домашнем стиле. Греческие фотографии предков, прадедов, пращуров, убитые трофеи, куча народу. Звучит греческая музыка. Включен камин.